значит золотая, красно-белый телескоп. Значит, особенностями данной рыбки являются вот такие выпученные глаза. Но это еще не самые большие глаза. То есть есть еще небесное око, водяные глазки, но там уж совсем пузыри. Вот. Мы их вам покажем, конечно. Но тем не менее, то есть вот эти выпученные глаза являются слабым местом данной рыбы. То есть это обуславливает, что в аквариуме не должно быть никаких острых и прочих предметов, которые могут повредить глаз. Кормление, как у всех золотых, значит 75% растительная составляющая, 25% мясная составляющая. Зимой растительными кормами могут служить там ошпаренные кубики манки, вот, запаренные и ошпаренные крупинки таком геркулес. Единственное, что это при ошпаривании промыть надо сразу, вот, чтобы лишняя муть не попадала в аквариум, иначе он будет такой белесный цвет у воды. Здесь аквариумы корытного типа, то есть мне вообще для золотых предпочтительнее аквариумы корытного типа, поэтому вот то, что там как бы вода мутная, но на самом деле здесь ширина 70 сантиметров в этом корыте, и соответственно, то есть из-за такого большого количества рыб легкая мутность, она неизбежна, тем более подмены воды регулярные. Поэтому побочный эффект массового содержания.